Ух ты, смотрите, в этом моле всегда царит новогоднее настроение. Какие подарочные такие домики, гирляндочки, снежиночки. В них можно сфотографироваться и почувствовать себя в ауре такого праздника. Прикольный мол. А напоминает магазин наш секонд-хенд. Да? Одежда уже такая потасканная, потому что все ее трогают. И действительно только один экземпляр. Всем привет! С вами канал Училка физкультуры, и мы с вами сегодня в Абу-Даби, в Аль-Вахда Молл. Новый большой молл. Посмотрите, какой он здоровый. А таксишек здесь сколько, просто немерено. И виды красивые. Пойдем посмотрим, что это за молл такой. Ставьте лайк, подписывайтесь, поехали смотреть. А молл оказывается такой же большой, как и Марина Молл. Мы зашли со входа, не решила снимать сразу, очень много людей, много местных, сегодня пятница, пятница это как наша суббота, самый огромный выходной, люди его ждут, чтобы пойти в молл и повеселиться, и мы приехали как раз вечером в пятницу, идемте пройдемся немножко по второму этажу, магазинов здесь много, есть брендовые, есть спортивные, есть куча кафешечек. В общем, каждый найдет себе на свой вкус и свет. Много распродаж. Это время Нового года. Сейчас посмотрим всякие коллекции интересные. Практически все распродажи. 25-70%. Давайте полюбуемся елочкой. Ну, красиво сделано, просто класс. Олень, снежинки, звездочки. Ну, такое счастье маленькое. Зайти сфотографироваться. Это лифт такой большой. Дальше есть третий этаж. И есть углубление. Вот, проход есть в первом этаже, во втором, в третьем. И дальше проход есть прямо от нас. Первый этаж, второй, третий. Конечно, эскалаторы тоже есть. На третьем этаже фудкорты и немножечко магазинов. В основном все распродажи, магазины – это второй, первый этаж. Смотрим, почти во всех витринах сейл, 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 сейл. В общем, сейчас пойдем посмотрим, что тут можно интересного найти. А елочка просто класс. Поражает прежде всего обилие спортивных магазинов. Вот новенький Runners, New Era, уже видела Nike, Adidas, Reebok, Sport 2000 и везде распродажи. Но это, знаете, очень классно попасть в Эмиратах именно на распродажи. Цены действительно классные. Вот даже издалека вижу какие-то футболочки 29, ну, всякие кроссовочки. Олимпийки, ну это классно попасть, не только в спортивные магазины, конечно. Вот такое время года, с Рождества, буквально где-то от февраля до 14-го есть распродажи, и можно очень классные брендовые вещи, спортивные вещи, хорошую парфюмерию, очки купить за процентов 20 от их общей стоимости. Вот, кстати, здесь тоже зашла я в одно крыло, вот просто нескончаемо. Мини-сука, мы были с вами в этом магазине в Эляйне. Вот конца края не видно, не видно. Знаете, это радует. У меня часа 4. И сейчас пойдем-ка мы шопиться. Вот кроссовочки от 99. Здесь есть 99, есть 120. Но уже что-то. Вон асиксы какие симпатичные розовые. Тут асиксы в основном распродажа. Но это уже какая-то распродажа. А то в прошлом магазине, вот в Раммерсе, в котором я была, там распродажа такая себе, я вам скажу. Какие-то кроссовки стоили 800, и сейчас они стоят 700. Ну, это вообще дорого. Но тут такой интересный магазинчик. Это Sport 2000. Заходим в Sport 2000. Вот прикольные спортивные свитерки. Стоили 195, сейчас 139. Футболочки стоили 145,99, но, конечно, это такие вот распродажи. Ну, для меня распродажи, когда футболочки
дирхам 50 стоят. Вот 110 футболочка стоила белая, сейчас 83. Дальше кроссовочки Брукс. Там цены были 600 с чем-то, сейчас 469. Ну, хотелось бы меньше, меньше. Ну, это же Новый год, это же Новый год. Хотелось бы побольше дискаунтов, побольше сейла. Ну, конечно, кроссовки здесь качественные. Можно провести фанатам в этом отделе очень много времени. Ну, 545 стоили, сейчас 379. Стоили 475, сейчас 356. Небольшие пока распродажи. То, что я видела в Марине, мол, намного-намного круче. Мне вот понравились вот такие вот кроссовочки. Классные бруксики. Ну, красный такой цвет, передает ли камера. Ой, 395, сейчас 296. Ну, много одежды. Вот женская секция. 135,89 футболочка. Вот, две красивые футболочки, кстати, и серая, и синяя. Пойдем дальше, посмотрим, что есть. Вот что мне очень понравилось в этом магазине. Кроссовочки, которые сейчас уже стоят 199, стоили 446. Смотрите, какие цвета. Это фирма Desigual, что я прочесть не могу. Кто знает такую фирму, народ, прокомментируйте. Но вообще цвета, это просто класс. Смотри, какие розочки. Смотрите, какой-то или подсолнушек, или одуванчик, или просто взрыв космоса. Красивые. Кроссовки красивые. Класс. Вот такой вот тоже есть. Микки Маус. Класс. Вот Микки Маус 249 стоит. Рюкзачки, на выбор много всего. Рюкзачки, смотрю, и 100 есть, и 250. Ну так, вот футболочки от 69, от что-то понимаем. Какая-то 69, какая-то и 100 может стоить. Но вообще хороший магазин, мне нравится. Зашли мы в магазин Nike, и здесь сумасшедшие распродажи просто. Ну как сумасшедшие, не все вещи стоят так, чтобы можно было их брать. Но мне что классно, я ношу детский размер. И я нашла классную футболочку Джордана, которая стоила 89, а сейчас 49 стоит. Это детский размер, но сейчас я постараюсь в нее влезть. Что как не в детском размере? Это детская, детская эмочка. Вот так я экономлю, держу себя в форме. Класс, беру. Да-да. Не детского размера свитерок, но тоже распродажи. Смотрим, сколько была цена, смотрим, сколько она сейчас. Ну, классный, но большеватый. Вот если я беру уже эсочку, это уже, она на меня большая. То есть реально я одеваюсь в детских размерах. Жалко, она последняя вроде, но, по крайней мере, детских размеров таких нет. Ну, хоть футболку возьму. В этом моле, оказывается, можно еще в бадминтон поиграть, да через сеточку. Представляете, какой класс? А вот просто может найти и наткнуться на киоск с платьишками. Каких только тут цветов нет. Вообще яркие. Любят женщины здесь такое одевать. Не местные, конечно, но приезжие любят. Индусские, особенно шри-ланкийки. 50 дирхам, только непонятно, что это, платьишко или платочек. Но вообще ярко-ярко, будто я нахожу где-то в Индии или на Шри-Ланке. Ух ты, сейчас подошли к магазину Brands for Less. Этот магазин есть в Дубае и не в одном моле. Сейчас пойдем, покажу все, почему этот магазин очень люблю. Он очень похож на Brand for You. В общем, сейчас будем заходить, очень много людей, попробуем прорваться. Вот внутри магазина, и здесь действительно вся одежда точно по одному экземпляру. Одежда, ботиночки. Тут тоже можно выцепить что-то классное себе. Я очень люблю здесь, у меня получается выцеплять все время рибуковские футболки по 30-35 дирхам. Вот толпа стоит, но мы с Наташей умудрились пробежать, когда охранник отвлекся. Просто пробежали без очереди. А здесь также можно посмотреть и вещи, не только одежду, здесь вещи, и смотрите, сколько людей, да? Это
Вахда Молл. Людей здесь просто очень много, потому что распродажа. На одежду вообще целая куча. А напоминает магазин наш секонд-хенд, да? Одежда уже такая потасканная, потому что все ее трогают. И действительно только один экземпляр. Есть разные бренды, но таких крутых, конечно, как если вы живете здесь, Louis Vuitton, и остальных нет, таких нету. Еще немножко покажу вам. Вот прикольные яркие футболки. Здесь спортивные футболки. Но все висит по размерам. Элечка, эмочка, эсочка. И также кроссовки тоже стоят по размерам. И вон очередь в магазин. Также есть отдел с игрушками, с нижним бельем, с постельным бельем. Много тут всего есть, большие очередь. Все готовятся, Новый год, Рождество. Неплохой магазин, конечно. Будет время, заходите. Вот женский отдел, туфельки. По ценам 58 дирхам. Разные. Вот здесь вот точно только по одному экземпляру. Очень ярко здесь представлена фирма Чибо. Здесь есть и кофе, и бренды, какой-то такой casual стил. Курточки, одежда с капюшончиком, и нижнее белье, и просто свитерочки. Вот. Много всего есть, и, повторюсь, народа здесь просто много, просто немерено народа. Кофе, чай здесь тоже есть. А вот мужская часть тоже здесь представлена, и Чибо, и другие фирмы. Так интересно, в некоторых местах никакой социальной дистанции, просто действительно люди роются вдвоем, втроем, вчетвером, ходит девочка с табличкой, соблюдайте социальную дистанцию, да куда там? Там есть кроссовки, Рибок прикольные, но просто мне, чтобы туда пройти и снять, то нужно побороться и рискнуть. Во времена коронавируса, пожалуй, не рискну. Вот елочные игрушки, вешалки, и там дальше уже начинается кофе, чаи. Еще прикольный магазин такой. Кроссовки New Balance, серенькие, 159, черненькие. Кстати, симпатичный цвет, 139, и вот бежевые такие, 159. О, добралась до Рибука, люди немножко ушли. Вот симпатичные 99. Дальше такой военный хаки синий, 129. И желтенький вообще классный, лимончелло, 119. Вот Рибук, я здесь покупала себе футболки, дирхам по 20-30. В Дубае этот магазин тоже есть, во многих местах. Вот мне понравилось качество. А вот для девушек в женском отделе по 99, такая пума прикольная. Такой цвет персиковый и пума зелененькая. Смотрите, какой классный, необычный потолок. Весь из лампочек. Мы стоим между магазинами Пандора и Коронет. И думается, что это Пандора так себе сделала такую рекламу. Смотрится очень красиво. Внизу магазины Victoria's Secret, будто какая-то розовая улица. Прикольно сделано. Всем любителям Гарри Поттера в магазине Virgin. Какой Добби классный. Угу. Добби свободный эльф. Wow. Класс вообще. Карточки, чашечка с тем же Добби. Фантастика. Ой, а это для очков, да? Чехол. Чехлы для очков. А, карта мародеров. Да, чехлы для очков, карта мародеров. И брелок. Банк Грингетса. 59 дирхам. Так. Кстати, прикольно. Чехол 59 дирхам, брелок с Добби 39 дирхам. А что это? И чашечка 49 дирхам. Для Слизерина.
Записничок Слизерин. А сколько стоит? 49. Этот мол очень нравится тем, что здесь всегда царит праздник. Коробочки, снежиночки. Скажу так, мое мнение, в Марине мол распродаж больше и цены лучше. Но опять-таки сейчас цены все новогодние, рождественские, поэтому если вы приедете сюда в другие месяцы, возможно, будет немножко дороже. Но оба мола хороши и оба находятся как раз почти на одинаковом расстоянии. Между ними стоит наш отель Radisson Blue Corniche. Поэтому, если вы в нашем отеле или если вы в Абу-Даби, рекомендую к посещению оба эти два шикарных мола. Ну что, праздник продолжается, а мы с вами заканчиваем этот выпуск. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Ставим лайк, подписываемся. Всего вам доброго!